В подчинении у завотделением сопровождаемого проживания Центра соцобслуживания населения Ленинского района Юлии Бондарчук три человека. Она курирует вопросы оказания помощи сиротам и детям, которые оказались без попечения родителей, инвалидам и одиноким гражданам. Все направлено на то, чтобы сделать жизнь этих людей лучше и не оставить их в трудной ситуации. Мои прямые обязанности входят содействие в сборе оформления документов для дома-интерната как общего, так и психоневрологического типа. Значит, еще новое у нас идет направление – это создание замещающей семьи. Нужды граждан Юлия Владимировна знает не понаслышке. По образованию женщина-юрист. Начинала трудиться в учреждении обычным соцработником. Затем стала специалистом, а еще спустя время возглавила целое отделение. Здесь ее ценят как профессионала своего дела. Людям помогать – это всегда прекрасно. Ну, какую-то радость людям от того, что ты делаешь, и они получают какое-то удовлетворение, что ли. Ну, это прекрасно. После работы женщина спешит в первую школу, где учатся ее дети. 9-летняя Ульяна и 6-летний Игнат. По вечерам у них тренировки. Брат и сестра занимаются в секции таэквондо. Оба увлечены этим видом боевого искусства. А еще старшая дочь учится в детской школе искусств номер 1 имени Тикотского. Она лауреат первой степени областного конкурса юных пианистов. Юле необходимо успевать все и быть всегда в нужное время в нужном месте. Стараемся успеть все. Стараемся сделать и уроки. Конечно, сейчас, когда дети посещают вдвоем школу, вдвоем занятия и музыку, и тэквондо, это тяжеловато стало. Ощущается, конечно, сильно тяжело. Но мы справляемся. Но когда уже совсем-совсем никак есть время у отца, конечно, занимается отец тоже, участвует, помогает и по дому, и по школе, и уроки сделать. Юлия Бондарчук стремится быть и хорошим специалистом, и первоклассной мамой. Дети для нее самая большая радость, а значит, ей важно являться для них примером во всем. Людмила Любимцева, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.